сегодня мы находимся на предприятии ООО «Хлебороб», которое находится в селе Покосное. Производство занимается масличными и зерновыми культурами. На сегодняшний день в нашем хозяйстве засеяна посевная площадь примерно где-то около 3000 гектар земли, и возделывание залежей получается порядка 3000 гектар земли, в общей сумме около 6000 гектар земли. Основным направлением нашего предприятия является масличная культура, это рапс. Сорта используем исключительно гибридные, они высокоурожайные, и показатели по масличности одни из самых высоких. Соответственно, наша продукция является одной из самых востребованных на рынке. По этому году ожидаемый урожай составляет примерно около 5000 тонн рапса. Также все в обороте используем культуру ячмень, убрали ее на 30%. Ожидаемый валовый сбор порядка 2500 тонн. Вся подработка у нас происходит через сушилку Агротехмаш Воронежскую Universal АТМ-30. Данную сушилку мы выбрали потому, что продукт идет в прямом потоке. За один проход она проходит два цикла. Это получается, сперва проходит горячую камеру, там где сушилка убирает всю лишнюю влагу. Затем проходит холодную камеру и через транспортер выходит на выбойное отделение, где наш продукт поступает уже непосредственно в биг-бэк. Чистый, сухой и готовый. В этом году погода для занятия сельским хозяйством, так скажем, не очень благоволит в северных районах Иркутской области. Соответственно, очень сильно, очень было дождливое лето. Урожай на сегодняшний день с поля идет крайне влажный. С поля нам привозят рапс по влажности порядком 20%. ГОСТовский уровень до 8% влажности. То есть, соответственно, поступаемый продукт в сушилку примерно составляет 19-20% влажности. На выходе мы получаем ГОСТовские показатели. Это примерно 7% влажности до 8%. Соответственно, сушилка справляется на отлично. Слой просушиваемого рапса составляет примерно порядка 25-30 сантиметров. Это то есть максимальная загрузка сушилки вместе с бункером составляет примерно где-то около 10 тонн. Производительность за смену, смена у нас 12 часов, производительность данной сушилки составляет примерно порядка 110-120 тонн. На сегодняшний день у нас сушилка работает сутки, 24 часа работаем в две смены. Производительность составляет порядка 230-240 тонн. Скорость цепи в сушилке мы используем, исходя из расчета влажности продукта. Если продукт именно масличный, наш рапс приходит с, ну, приведу пару примеров. Если приходит рапс с влажностью примерно 14-15%, то скорость транспортера составляет примерно где-то порядка 25-30 герц. Вентиляторы работают у нас от 45 до 50 герц.
с выдуваемостью зерна из сушилки воздухом, с такими проблемами мы не сталкивались. С тем, что мелкосемянный рапс, чтобы проваливался через жалюзи в камеру, таких проблем у нас не было. Сушилка собрана грамотными инженерами, соответственно, никаких утечек, никаких проблем у нас не возникало. Из плюсов данной сушилки можно добавить также, что она очень хорошо помогает системе очистки. За сушилкой поднята верхняя крышка, и вентиляторами, получается, обдует продукт, и весь лишний мусор из сушилки выходит, прежде чем продукт попадает на систему очистки. Конструкция данной сушилки в работе, она очень проста. Имеется большой бункер, вместимый примерно порядка 6-7 тонн. Плюс продукт находится непосредственно в самой сушилке, тоже примерно порядка 4-5 тонн. Простая регулировка уровня слоя, хорошие горелки, качественные, которые за два сезона работы ни разу нас не подвели. Также доступный легкий пульт управления с сенсорным экраном. Проблем никогда не возникало в работе. От себя мы можем сказать, что данная сушилка зарекомендовала себя как высокопроизводительная система, которую мы с уверенностью можем рекомендовать другим производителям сельхозпродукции. Приобретая и делая свой выбор на сушилке АТМ-30 Агротехмаш Воронеж, вы не ошибетесь, и у вас будет качественная высокопроизводительная сушилка, и вы останетесь полностью довольны работой и сушилкой. При выборе Агротехмаш Воронеж вы всегда будете на связи с высококвалифицированными специалистами, которые в любой момент вам окажут необходимую помощь, необходимую техподдержку, ответят на все возникающие вопросы, всегда приедут, помогут установить, помогут объяснить, расскажут весь принцип работы, соответственно, будут на протяжении всего времени оказывать необходимую помощь.